dvhub.ru. Самое кровопролитное в истории человечества. Она унесла 50 миллионов жизней. Более половины среди этих потерь приходится на наш народ. И героизмом наших прадедов, дедов и отцов. И самоотверженным подвигом тружеников тыла в Великой Отечественной войне. Тем более важно для нас является сохранение правдивой. Войска Квантунской армии были отлично обучены и вооружены, но это не повлияло на исход битвы, потому что наши бойцы сражались за правое дело. Первый заместитель главы мэрии города Андрей Васильевич Пивенко. Оружие! dvhub.ru